сегодня зима. Я никому не скажу, что сегодня февраль. Ань, тебе не кажется, что мы немножко переборщили с этим вот пафосным депрессняком? Нет, не кажется. Мне кажется, именно так и надо встречать этот абсолютно пасмурный, депрессивный, холодный, зимний, ледяной, отвратительный февраль. Слушай, а я люблю февраль. Пессимистический месяц. За что ты его любишь? За краткость. И смотри, даже в длинном феврале всего 29 дней. А вот в нашей программе, в твоем вечере, в отличие от всех месяцев года, всегда ровно 60 минут. И сегодня вы увидите. Как Андрей Титов в пятницу проиграл пари, и за это он написал сочинение на тему «Как я провел выходные», Андрей покажет свой личный инстаграм за эти два дня. На сцене музыканты, которые хотят попасть на Евровидение. Они участники конкурса «Эсти Лауль», это группа «Вюрфель». На улице нет снега, а наша маленькая Сара успела покататься на горнолыжном курорте в Кивире. Объявим те три пары, которые вышли в финал конкурса «ЭТВ плюс любовь». Как стать мастером общения? Все секреты коммуникации раскрывает наш психолог. Ну и, наконец, что такое флорбол, как в него играют, мы расскажем и покажем прямо у нас в студии. Ладно, давай еще 7 минуток. Я не